В городе Пуна западного индийского штата Махараштра чрезвычайное происшествие. Здесь внезапно обрушился многоэтажный дом. По меньшей мере 5 человек погибли. Причина обрушения пока неизвестна, но ему не предшествовали ни стихийное бедствие, ни пожар. Согласно данным некоторых телевизионных каналов, около 7 человек все еще остаются под завалами. На месте работают полицейские и спасатели. Операция по поиску тел погибших и выживших продолжается.